И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я, Гост и Маус. Всем здорово! Мы продолжаем играть в GTA 5 RP на сервере Rainbow. В прошлом ролике, как вы помните, мы получали лицензии на охоту, на оружие, а также медицинскую страховку. Честно говоря, времени ушло на это просто дофига, но вы и сами помните. И мы даже не успели с Маусом поохотиться, хотя планировали это сделать. Как мы вам и обещали, ребята, в этой серии мы наконец-таки поохотимся, а также мы решили попробовать поиграть в мини-игры. Так что сегодня, ребята, мы вместе с вами посмотрим, сколько денег можно заработать на охоте, а также, возможно, заработаем в мини-играх. Короче, обязательно поставьте лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также, если вы хотите поиграть с нами в GTA 5 RP на сервере Rainbow, не забудьте заглянуть в описание под этот видосик, где я оставил вам ссылочку на скачку GTA 5 RP. Как только ее установите, ребята, залетайте на Rainbow сервер и не забудьте ввести мой промокод. Сделать это очень просто. Нажимаете английскую M в игре, заходите в меню персонажа, шестереночка, и здесь приглашение, где нужно написать реферальный код GHOST. А ты планируешь на этом ехать, что ли? Ну да, на чем? Ну, на охоту надо ехать на настоящей мужской машине. В смысле? Ты купил себе тачку еще одну? Нет, я в аренду взял. Подожди, нифига себе. Блин, прикольно, а чё ты мне не сказал? Ну, я сюрприз хотел устроить. Вот ты жопа, я думаю, чё ты не садишься в машину-то свою, а? Ты про промокод не договорил. Блин, да, я уж всё показал. Ребята, промокод ГОСТ позволит вам на самом старте получить денежки, левел, вип-доступ. Короче, все самое крутое вы получите на старте, как только введете мой промокод. Вот, не забывайте. Чё, блин, промокод, уже неинтересно про него слушать. Давай показывай тачку, ё-моё. Чё, рам? Оу, нифига, он у тебя топит. Подожди, он даже быстрее моей? Да ну нафиг. Не думаю. Подожди, ну давай. На разгоне. Ну давай, попробуем. Просто, короче, гони вперед по дороге. Тут она немножко извилистая, заодно протестим. Давай, 1, 2, 3, по... Ты чё, жопа, стой! Ну я полный привод. Что ты хотел? Нифига себе! Нет! Но, знаешь, в твоем случае полный привод это скорее приговор. Лучше тебе вообще никакого привода не давать. Такое ощущение, будто ты меня догнать не сможешь. Мне тоже так кажется, да я. Не-не, я тебя не догоню. Да ты что, издеваешься, что ли? Ты че? Давай, стой, вылези из тачки, ё-моё. Ты что делаешь-то, блин? Ты всю машину угробишь. Дай мне попробовать прокатиться. Блин. А у тебя ключи что есть? Да нет, а я так смогу, она же заведена. Так, ну-ка. Слушай, разгон. Блин, мое почтение. Так, давай, короче, сейчас попробую проехать. Так, 1, 2, 3, все, поехали. Воу-воу-воу! Нифига, он топит! Блин, да он быстрее вообще всех наших тачек, он даже ту зеленую обгонит. Нет? Серьезно, не думаю. Да. Ё-моё! Я чуть не влепился в скорую помощь. Он, не-не-не, он обгонит, 100% чувак. Он даже по городу вон 300 гонит. 310, ну... Тоже вроде 300 с копейками. Ну, я не знаю, но на старте точно обгонит. Так, по ощущениям, как бы он очень быстрый, прям пипец. Я даже не представляю, что тут за тюнинг стоит, потому что, ну, это реально жесть. Ладно, хорошо. Я думаю, знаешь, как мы с тобой сделаем? Так будет даже интереснее. Мы сейчас с тобой поедем на бездорожье, будем искать животных. Перед этим заедем, посмотрим оружие. Короче, я просто протестирую свою тачку, посмотрю, возможно ли на моей машине кататься по бездорожью, да? Сравним с твоей. Вот, надо для начала, да, заедем мы с тобой купим пушки, потому что оружия у нас никакого нету. Ты, кстати, придумал, какие пушки будешь себе покупать? Я не знаю, какие дадут, такие возьму. Ух, ты ж ё-моё, ты кто там полетел? Блин, чё так все гоняют, слушай. Кстати, если вы вдруг думаете, на каком сервере в GTA 5 поиграть, вот как раз-таки GTA 5 RP, самый населенный на игроков сервер. То есть тут больше всего людей играет, вот сейчас, я думаю, онлайн примерно 1000 человек, ну реально прям суета. И чё, мы с тобой можем прикупить себе даже, я так понимаю, пистолеты? Да. Кстати, еще одна вещь. Тут, короче, пума есть, ее надо обязательно с ружья убивать. А почему обязательно с ружья? Ну, типа шкуру не повредить. Она очень дорогая и она очень редкая. За нее тебе добавок дают ачивку.
Нифига себе, прикольно. Патроны 12 мм, подходят для дробовика, обреза, так. О, охотничье ружье, точно, тогда нам вот эти патроны нужны. Понятно. Так, и чё, давай штучек 20 куплю. Они тоже коробкой покупаются или как? У меня вопрос. Наверное, да, а может, кто его знает. Чувак, я купил 160 патронов. Нам хватит? Я думаю, да, нам хватит. А это ты нафига купил? Ну, просто. Так. Чувак, нас типа арестовать как бы могут, если оружие найдут, как мне кажется. Нет? У нас лицензия есть. А мы можем, типа, даже такое автоматическое оружие носить? Я не знаю. Проверим. Блин, чувак, если мы за тебя окажемся в тюрьме, это, конечно, будет вообще нифига не весело. Неподалеку от Форт Занкуда есть вот такое прекрасное болото, где должно питать очень много разных животных, как мне кажется. Так, давай тогда мы с тобой сейчас зайдем куда-нибудь повыше и при помощи бинокля осмотрим всю эту низину. Так, я надеюсь, нас не застрелят из-за того, что мы к военной базе приближаемся. Я думаю, нас застрелят. Реально? Ну, скорее всего, да. Блин, ну мы же на территорию-то не въезжаем, по сути. Ну и чё? Мы собираемся стрелять рядом с территорией. Звучит опасненько. Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо будет. Так, все просто выходим из бинокля, сейчас осматриваемся. Ну что-то пока что... Ты заедешь, может, а? Да, гонщик. Так. Она куда угодно затянет. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, ну... Чё-то я животных не вижу. А, во, одного нашел. Да иди нафиг. Так. Не, реально, есть что-нибудь? Ты что, мне колесо пробил? Нет. Ты засранец, а? Как я поеду-то? Ё-моё. Все, хватит. Не стреляй по моей тачке. Ищи животных. У тебя бинокль должен быть. Ты его купил вообще? Да, купил. Ну, осматривайся, может, увидишь кого-нибудь. Потому что я вообще никого не вижу. Я вижу одну волосатую псину. Какую? Ой, иди нафиг, а? Это уже моя шутка была. Повторяешь. Так. Ну, не. Что-то пустовато. Так, ладно, хорошо, давай попробуем место дислокации поменять. Блин, я надеюсь, моя тачка не утонет, потому что здесь будет достаточно глубоко. Так, давай. Вперед! Ух ты, съемы, проехал. О! Поздравляю. Здорово, ты что тут делаешь? Привет, смотрю, животных ищу. Да блин, вообще пусто как будто. А где все? Почему не появляются животные? Так, ладно, давай я еще в эту сторону проеду. Ух ты ж, жесть, я практически полностью под воду заезжаю. Я надеюсь, что у меня тачка не остановится где-нибудь в болоте. Да если она встанет, ее уже фиг вытянешь, наверное, она будет этих автомехаников вызывать. Так. О, чувак, вижу! Вижу оленя! Вон спереди, прямо вдоль речки. Так, я выхожу из тачки. Так, аккуратненько. Блин, надо забрать пушку уже, давай, со мной, пойдем. Пойдем, Маус, бери оружие в руки. Вон олень! О чем в воздухе-то висит? О, спустился. Давай, иди сюда. Ну иди сюда. А ты-то что не стреляешь? Помогай. Так, блин, это аккуратненько. Я смотрю, попал ты или нет. Так, я сейчас буду к нему подбираться. Я так понимаю, чем меньше выстрелов ты в него сделаешь, тем лучше будет шкура, да? Наверное. О, блин, тогда нужно постараться прям попасть ему в голову. А ты-то там что? Я не могу бинокль брать. А, стрелочка вниз, в смысле? Там же написано тебе слева. Так, аккуратно. Я прохожу за ним, Маус, давай, блин, быстрее ко мне. Олень может убежать так-то, мне кажется. Иду к тебе. Так, короче, все, стреляю, на, готов. Красавчик. Одного выстрела хватило. Ничего себе. Так, и что теперь с ним делать? Подходим. А, во, освежевать. Так, ну-ка давай, у вас нет места в инвентаре. Да вы прикалываетесь, что ли, а сколько она весит? Блин, чувак, у меня... Дофигища патронов, ремонтный набор. Давай я тебе скину, короче, ремонтный набор. Давай. Все, сейчас попробую его освежевать. Так, отличненько, сажусь, все. И начинаю резать. А интересно вообще, сколько будет стоить эта шкура? Мы на самом деле, ребят, катались очень долго в поисках нашей первой добычи. Ой, сколько прошло? Минут, наверное, 20, да, примерно? Ну да, где-то так. Ну, ребят, по времени посмотрите, часики-то у вас есть. Да, в правом нижнем углу, кстати, вот вы видите, ребята, время. Напишите в комментах, сколько в итоге мы вот тут катались с момента, как, ну, отъехали от амуниции, да, плюс-минус, если считать. Потому что там мы долетели минуты за две до болота, и вот уже после этого мы катались и чисто искали животных. Вот наша первая добыча спустя столько минут. У меня пока машина сейчас стояла, пока бегали за оленем, у меня 4 литра съела. Серьезно? Ага. Я движок не заглушил. Расход. О, ладно, надо будет заехать на заправку. О, тихо! Зайчик! Зайчик!
Давай, теперь моя очередь. Так, а чё у меня пушку не достается? А, во. Ну давай, ты где? Видишь его? Во, он бежит. Да ты чё? Не попал! А, не, попал! Я, ты попал, только ты ему нифига не снес. О, молодец. Так, а его тоже можно освежевать? Да, ну, чувак. Да? Вот, смотри, можно. Давай тогда его попробую. Ага, это не ваша добыча. Да. Прикольно, кстати, что такую штуку сделали, чтобы не воровали. Ладно, давай срезай, скажешь, сколько в итоге этот заяц будет стоить. Но в него мы больше выстрелов сделали. Суммарно 3 выстрела по нему было сделано. Я не знаю, как заяц выжил, потому что у нас типа 12 калибр. Но, видимо, это какой-то боевой заяц-терминатор. Маус? Ау. Я кого-то слышу, по-моему. Прям рядом с собой. Какой-то... А, вот, нашел! Койот! Где? Офигеть, он мелкий, его вообще не видно. Вот-вот у меня тут. На тебе! Готов, блин! Красава! Я его реально просто по звуку определил. Его в этих камышах вообще не видно. Так, ну что, его тоже тогда свяжуем. Тоже один патрон всего лишь понадобился, то есть... Да ёпарасете, братан, у меня опять нет места. Сколько это все весит? Кстати, тут есть вообще портфели? Типа, чтобы расширить количество слотов. Да, есть. В магазине же куча разных сумок продается. А они, кстати, очень дорогие. Они дороже машины. Серьезно? Да. Офигеть, блин. Кстати, именно поэтому я и взял рам, потому что у него большой багажник. А-а. Ну, я думаю, в принципе, даже на моей тачке багажника хватить должно. Так, все, еще одна шкура взята. Поехали охотиться дальше. О! Еще один! Так. Маус, ты готов? Твой, мой. Ну, давай я его застрелю, чтобы точно цену посмотреть. Давай. Аккуратненько. На-бам! Отлично, всё. С одной пульки. Я, кстати, думал, что надо будет побольше патронов на него потратить. Блин, мы только приехали, ребят, в это место. А давайте покажу, где оно находится. Вот здесь, в верхней части карты. И сразу же нашли первое животное. Вообще, мы уже за это время объехали, ну, наверное, практически всю карту, что возможно, типа, хорошие места более-менее. О, еще один кабан. Животных хиночек где? А вот здесь, снизу. Ну, я его себе заберу. Так, ну-ка подожди, дай посмотрю. Где там стреляешь? А я его не убил! Ты где? Сверху. Куда сверху, ведь? Маус, он тебя зажрет ведь! Убил! Ты чё там? Где ты? А. Я вон повыше, там на другом холме. Да я уже увидел тебя. Ё-моё. Так, ладно, ну что, давай разделывать их в таком случае. И, видимо, это место пока что самое прибыльное у нас будет, потому что мы только приехали, уже 2 кабана. Это прям, слушай, неплохой результат. Жирненько. Ну что ж, по итогам мы проехали еще пару мест, где могут спавниться животные. И получается, что посмотрели вообще все места. Нашей последней добычей стали 2 кабана. И больше мы ничего не нашли. Сколько у нас времени суммарно ушло? Я не знаю. Ребят, посмотрите по времени, у вас есть там, напишите в комментиках. Мы лайкнем, да. Верные ответы. Мне кажется, чуть больше часа, может быть, даже. И что по итогу мы с тобой смогли отыскать на нашей охоте? Давай посмотрим. Так, у меня в багажнике лежат, во-первых, шкура оленя, 100%. Это прям хорошо, кстати. Так, вот это я все выложу, пожалуй, чтобы взять хотя бы 2 шкуры с собой. А шкура койота... Тоже 100%. И шкура кабана. Тоже 100%. Все, на этом, получается, закончили. У меня всего 3 шкуры есть. А у тебя? У меня, посмотри, в багажнике, я не помню. Так, ну давай посмотрим, хорошо. У тебя есть шкура кабана и шкура кролика. И они у тебя, кстати, качество похуже. Если у меня все по сотке, у тебя по 80. Ну, потому что я ни одного не убил с первого выстрела. Я что в кабана 3 раза выстрелил, что в зайца. Так, сейчас посмотрим вообще, сколько по итогу мы заработали за все это время. О, кстати, подожди-ка. Шкура кабана 100% стоит 2,5. Шкура койота 7500. А шкура оленя 4000. То есть это мы, ну, с моего багажника 14000 заработал суммарно. Кстати, запомни, что шкура кабана стоит 2500. А посмотрим, сколько будет твоя стоить, качеством похоже. Так, ну окей, 14000 тут есть. Шкура кролика 800. Ага. 80%. И шкура кабана 2000. Ага, то есть на $500 меньше. То есть суммарно мы с тобой заработали 16 800 за всю эту поездку. И это по 8400 на человека. Долларов, ну, что-то такое себе, слушай. Не очень-то и прибыльный заработок, особенно учитывая, что мы прошли через реально круги ада, прежде чем получили лицензию на владение оружием и на охоту. Это реально был пипец. А по факту-то получается, что...
Ну, это не так уж и прибыльно. Есть, да, ребята... Нет, нормально. Мы просто, видишь, мы не на опыте. Мы сначала катались везде подряд и так далее. Угу. А если все знать, там время спавна и так далее, мне кажется, это даже нормально будет. Ну, слушай, может быть. Фиг его знает. В любом случае, я думаю, что лучше всего искать этих животных в ночное время. То есть, когда уже большинство игроков спит, если вы играете, если у вас есть такая возможность, то у вас больше шанса найти какое-нибудь животное. Потому что сейчас на сервере, ну, я думаю, 1000+ игроков, и, конечно же, многие охотятся. Если вы будете играть, например, ночью, когда будет там, ну, 400 игроков, предположим, или 500, шансов будет уже, ну, реально достаточно много найти что-нибудь хорошее. И, кстати, мы пока катались, Маус рассказал мне про то, что здесь еще есть пантеры, которые сколько там стоят? Их можно живых продать за пару лямов. Вы просто пару лямов, это почти как тачка стоит. Да не, машина ездит такую стоимость уже даже. Угу. А почему она столько стоит? А потому что она очень редкая, и за нее дают очень редкую ачивку. Можешь посмотреть, там что-то с охотой связано. Блин, пипец. Два ляма, ну это, вот это уже реально хорошо. А может, многие так и катаются, охотятся, типа, с одеждой на то, что когда-то найдут это животное и продадут за огромные деньги, и это окупит реально все. Ну, да, вероятно. Это, кстати, реально был прям крутейший трофей, как мне кажется. Но искать его, блин, это надо очень много времени убить, к сожалению. Ладно, что, давай мы с тобой еще сегодня посмотрим, я думаю, мини-игры, на которые мы еще ни разу не катались. Стало интересно узнать, возможно ли заработать что-то там. А так что ставим меточку на Arena War и поехали смотреть, во что-то можно прикольно поиграть. Ох ты, нифига себе тут сколько народу. Кто-то там кукарекает. Ёпарасте, сколько людей? Слышь, погоди. Чё такое? Здорово, здорово. Маус, там до тебя, кажется, докопаться хотят. Нет, до тебя. Да, здрасте. Молодец. Джека Гост. А чем надо? Они просто здороваются. Да. Здорово, здорово, чуваки. Они нас узнали. Да? Угу. О, кстати. Я завис. Подожди-ка. Какой у меня айдишник, он говорит? Говорит, что-то блатной айдишник. А что им надо-то? А, у тебя 3 семерки айдишник. А, они, кстати, на 10 тысяч предлагают сыграть. Ага. На 10 косарей? А что с тобой? Я ничего сделать не могу. А что с тобой? А мне предложили руку пожать, и все, и я вот так и остался. Подожди, давай я тебе что-нибудь предложу. Это как вообще? Так, предложи, дай 5. Давай. Ну-ка. О, все, нормально? Ура! Чё тут столько народу? Офигеть просто. Так, ну я так полагаю, что сейчас будет очень много мини-игр. Да, давай посмотрим. Угу. Так, заходим в телефон. Арена и... О, есть ДМ. А значит, что это у нас за игра? Ключевой район, битва Family Cibalas. Игра длится 3 раунда, приз делят победители. То есть это, по сути, будут просто, ну, пострелушки, да? Да, скорее всего так. О, ну что, начинаем? А, подожди. Это наш район! Мы у нашего дома! Да! Блин, прикольненько, кстати, я очень круто выгляжу в этой одежде. Так, стой! Защищай наш дом, чувак! Так, наш. Давай! Я засилил одного! Так, хорошо. У тебя хп вообще нет, чувак, спасайся! Можем попробовать их тут перехватить. Либо они пытаются зайти нам в спину. Так, тут только вы... Кто? А, вижу! Давай! Вижу! Стреляю! Блин, они нас со спины обошли, чувак! Реально, они как раз-таки пошли... Оу-оу-оу-оу! Ты иди последний! Нафиг! Да, я понял. Так, надо как-то выживать. По правой стороне должен быть где-то. Так, понял, хорошо. Я оббегаю тут, короче, я к тебе выбежал. Так. Вот слева от тебя, по идее, вон там. Так, я убил еще одного чувака, походу. Красавчик! Нет, подожди, а что он? Выходит он на меня, на меня! А! Тихо. Видел? Угу. Выходит, сейчас, раз, два, три! А! Да. Извини, не успел. Хорошо, посчитали. Блин, слушай, прикольная тема, но надо разбираться. То есть я немножко не понимаю их маршруты. А еще плюсом к этому, почему-то там один чувак валялся на полу, у него было помечено хп. Чего? Я, короче, по нему начал стрелять и просто спалился. Хотя он по факту был мертвый. Так, ладно, вижу одного. Так, ух, нифига, он насувал нормально. Давай, высовывайся. Оп. Так, сейвлюсь. Еще! Давай! Нет, сбрили! Сбрили? Угу. Да блин! А он выжил, кстати. И чё, я один остался опять? Вы что, да? Прикалываетесь? Нас двое было! Давай, тащи! Я верю в тебя, Жека! Ты великанов убивал, и их убьешь! Да ну это вообще другое, чувак! Я чуть не понимаю. А, вон вижу! На!
Блин, капец, у меня тоже опять тусовал сейчас. Черт побери. Ничего не понимаю, где он. А вот на! Да капец! Нет, ты убил! Спалили. Ты убил! Как? Я же убил. Мы победили! А, мы победили! Нет! Да стой, нет, мы проиграли! Ты убил! Сейчас чекбокс надо было смотреть, ты убил! Ну ладно, хорошо. Ну, по-моему, это был другой чувак еще. Короче, он все в том же месте. Я ему насовываю. Откуда он тебя убил сверху? Так, он за деревом. Так, давай. Вон он перебегает! Вали! Давай! Все, красава! Одного шлепнул! Так, красава! Это, скорее всего, опять с этой стороны побежит. Я его завалил в конце. О! Стреляет по дороге! Ах! Он на крыше! Засранец! Он меня завалил, братан! Угу. Он там на крыше, короче, сидит сверху. Я буду в кустах сидеть. Он перебегает! Так, аккуратненько, братан, жди! О! А! Чё? 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 Я убил! О, нифига, красава! А подожди, я пятерых убил? Красавчик, я троих. Чего? Это как вообще? Офигеть. Слушай, вот это, кстати, неплохая игра, мне прям понравилась. А можно еще что-нибудь подобное посмотреть? Да, кстати. О, чувак. Тут есть, тише едешь, дальше будешь из игры в кальмара. А, прикольно. Слушай, попробуем, может быть? Да, я тоже думаю. Так, давай. Мы играем в игру, тише едешь, дальше будешь. Так. Вы можете продвигаться вперед, пока кукла поет песенку. Ага. Участники, которые продолжат двигаться, когда кукла перестанет петь, выбывают из игры. Ага. А мышкой можно двигать вообще? О! Ты что обгоняешь? Так. Двигай мышкой. Посмотри на меня. Ага. Не-не-не-не, отстань. Я пал. Нельзя двигать вообще ничем, по всей видимости. Так, ждем, стоим. Блин, мне надо тебя как-то обгонять. Пока что мы с тобой прям ровненько, да, стоим? Давай, давай, давай. Оп. Ну что, я прям тебя обогнал, по-моему, нет? Угу. Ё-моё. Я боюсь двигаться, вообще боюсь. Так, давай. Отворачивайся, кукла вонючая. Блин, было бы еще народу дофига, человек 100, знаешь, так чисто. Так, аккуратненько. Все. О, Жек, смотри. Не-не-не-не-не, я не буду ничего стрелять. Отстань. Я дойду до конца, я буду первый, 100%. Так, ну давай, кукла, отворачивайся, отворачивайся. Все. Нет! Да как? Тише едешь, дальше будешь. Да ёпэрэсэте. Ну как это вообще так? Чё я разлёгся? Вставай давай. Ты выжил? Я да. Чё он это? Вот. Игрок 2 выбывает. Тоже выбыл. Ну вот так. Слушай, а давай, я, в принципе, приноровился к ней. А давай-ка мы с тобой на хороший призовой фонд сыграем. Чисто, ну вот, друг с другом. Я поставлю 1050. А у меня столько нету. А сколько у тебя? 4000. Бомжара, ну ладно, давай на 4000 хотя бы. Если выиграешь, у тебя, считай, будет удвоение бюджета. Но это еще не факт, если ты проиграешь, то вообще без бабок останешься. Ладно, что, посмотрим. 4000 минус. Фух, вот теперь будет поинтереснее. Я предлагаю, может быть, как-нибудь вообще какой-нибудь жесткий деп сыграть, там, например, на 50, 100 тысяч, может быть, даже 200. Интересно, такие игры кто-нибудь что, залетает? Так давай! Оп! Все, хорошо, мышку не двигаем. Я уже тебя обогнал. Поздравляю! Чувствуешь, как денежки потихоньку уходят из твоих рук? Я помню, ты меня в прошлый раз тоже обогнал. Ну да, блин, жалко, что не могу на тебя повернуться. Давай! Давай! Оп. Да ну! Да капец! Это как вообще? Я не успел затормозить! Да ёпарасоте! Как тебе мой зад? Ой, иди отсюда. Вот я сейчас лонгую, ты до второй минуты точно не дойдешь. Ну? А, то есть ты собираешься сейчас так медленно идти? Ну да. Меня, по крайней мере, понимаешь, не будет вперед пробежки, инерции не будет. Ну, я думаю, ты так не успеешь. Потому что у тебя 3.40, и тебя просто сейчас время съест. Хотя... Блин, да как? Как у тебя это получается? Ты офигевший! Я говорю, у меня нету инерции вперед пробежать пару шагов. У меня куда-то камера уехала. Меня типа показывает что-то вокруг, но я не понимаю, что мне показывает. Я ничего не могу нажать, потому что я умер. Игрок. И что по итогу, кто заработал-то? У меня денег нету. У меня тоже. И что, мы просто проиграли бабки? Зашибись! Это вообще топ. И напоследок давайте попробуем сыграть в ДМ.
А здесь, получается, у нас должно постоянно меняться оружие, и каждый сам за себя! Получай, первый готов! За себя, мы же договорились вместе играть! В смысле, крыса. Я с тобой ни о чем не договаривался. Сам ты крыса! Да ладно, мы записи говорили. Давай! Не пали контору, а. Крысеныш. Это если что ты мышь, если ты не забыл. Так, подожди, у меня офигенная пушка выпала. А у тебя что? Я мышь, а ты крыса. У меня дробовик. Оп, еще тут кто-то. На! Давай! Блин, слушай, пока что неплохо прям. О, со спины! Вот ты крысу нашел. Так, давай! Блин, не могу в голову попасть. Сейчас меня грохнут, короче. Да? О! Я забрал! Офигеть! О! Откуда? А вон! Блин, ну все, я проиграл. Нет! У меня какой-то револьвер вонючий вообще! Че? Как я должен? Как я должен убивать с этого? Слушай, на автомате мне больше нравилось. О, а мне дробовик больше нравится. У этого чувака, кстати, точно такой же пистолет. И мы друг друга не можем попасть вообще. О! Привет! Отстань! Вот ты жопа! Так, оп, я забрал. Я застилил у тебя. Ах ты крыса. На, и тебя убил. Мелкая крыса. Блин. Ой, все, меня грохнули. О, привет. А, да ё-моё. Читер, ты постоянно около меня появляешься. Да, я прям специально, короче, поставил, чтобы пресса рядом с тобой. Я же создавал эту тему. Давай. Не в меня, в него стреляй. Ладно, ладно, хорошо, в него стреляю. Сзади. Всё, теперь в тебя. Тебя сзади там еще грохнули, да? Еще что за дичь? Блин, слушай, ну вот это подинамичнее, конечно, чем все предыдущие. Ох, все, разобрался. Ой, что? Я упал! Не знаю! Что? Что тут происходит? Самый замес. Блин, сейчас я, кажется, заберу всех. Неудачник. Давай, о, я всех забрал. Так, аккуратненько, тут кто-то есть. О, Маус, здорово! У тебя автоматическая. Иди в жопу! Перезарядка! На, на, на! Отвали! Ну ладно. Ой, а все, мне ГГ, короче. Че, ты все там сами? А, стой, я его грохнул. Как так? Красавчик! Настреливаю! А, да блин, вот ты жопа. Настреливаю! Специально ко мне прибежал? Засранец. А че, кстати, красный чувак какой-то у нас на карте? Это тот, кто тебя последний раз убил. А, да? Да блин. О! Здорово! На, получай! Я перезаряжаюсь! Давай, давай, кто кого? О! Нет, да, застили. Вот жопа, иди сюда. Сейчас я тебя накидаю, все, отлично. Так, надо, короче, выбивать того чувака, у которого больше всего киллов, по всей видимости. Это вот он, который красненьким выделен. Так, я убил его. Ты меня грохнул, что ли? Да. Блин, у меня опять эта винтовка тоже. Давай, иди сюда. Эх, о, опять я тебя грохнул. Ладно. Да ты офигевший, что ли? Ты чё меня стилишь-то? Хватит на мне киллы набивать. О, попал. О, здорово! Привет. Еще раз привет. Ты где там? А? Да! Вот он я! Да блин, отстань! У тебя пулемет! И все равно ты сдох! Два раза подряд! Опять ты! Отстань! Ты говорил, меня не видишь, да? Отстань! А-а-а! Убит три раза подряд. О, зона расширилась. Ух, она наоборот сузилась. Нет, она снова расширилась. А, да? О, нифига, у меня Томпсон. Блин, это вообще чит. Поздравляю с твоим читом тебя. А, спасибо. Я тут снова, с пистолетом. Сейчас накидаю кому-то. Давай, 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 давай. Да, я просто... А, у меня эта винтовка дозарядная. Нет, нет, отстань. Перезарядочка? Нет, да ну нафиг, нет. Блин, а я снизу, я далеко. Тут других челиков мочу. Сейчас я киллы себе настреляю. Блин, на самом деле, да, это весело вдвоем. Ну да. Особенно если демчик, если прям, прикинь, народа набрать. О, здорово. А, я другого стреляю. А забрал тебя я? И этого? А нет, не забрал, к сожалению. Блин, зона вообще прям сужается быстро. На! На! Блин, со снайперки я тебя грохнул. Так я тоже, я тебя со снайперки и грохнул. Братан, здорово. Оп, еще один. Тоже привет, готов. Че ты там? Крысу решил меня, да? Давай, иди сюда. Ой, еще! Крысу решил, да? На, иди сюда. Ой, сколько вообще это продолжаться будет? Я не знаю, 10 минут вроде. Ну да, так.
Блин, капец, я с пистолетом, конечно, еще и на простреле на таком дальнем. О, братан. Братан, пройдись назад. А, ты опять здорово! Тут? Чё? Ты просто пушку поменял! Ты перевесился прямо на том же месте! Это чит! Так, давай. А, всё. Во, всё. О! 43-48! А чё я на втором месте? Да, вот, ты не на втором, ты на четвёртом. А, да, ты вообще на последнем. На четвёртом? Слушай, неплохо. Я отстал от чувака всего на 5 киллов. Хотя суммарно, ну, процент попаданий в голову у меня самый большой. У меня 19%. Ну чё, слушай, ДМчик прям самый прикольный, по-моему, был. Смотри, какая классная птаха. Какая? Это? Вот это. Угу. Да ну, такое себе, нет? Нет, это РС-ка, это очень редкая тачка. Она только с контейнеров выпадает. А, серьезно? О, кстати, угу. Как твоя, смотри. Ну, такая себе. Такое прям. Ну, сама по себе машина, но хотя бы красного цвета, получше-то и выглядит, конечно. Ну, сама по себе тачка, ну, такое. Так мне кажется. Это твоя тачка такое, ты куда на ней можешь уехать? До первого столба. Да, ну, кстати, по-моему, это ты до первого столба постоянно ездишь. На какой бы ты машине не был. Так, ну что ж, я предлагаю на этом заканчивать. Короче, ребята, вот сегодня такой видосик получился. Нифига мы не заработали, еще и проиграли деньги на этой кукле. Кто-то должен был заработать, но в итоге не заработал никто. Там чувак на тракторе? Что? Да? Чего? Чё за дичь? Так бывает. Откуда у него трактор? О, смотри, какая кайфовая. О, вот это да, кстати, прикольненько. Ну что ж, ребята, если хотите поиграть вместе с нами, не забудьте заглянуть в описании под этот видосик. Там находится ссылка на скачку GTA 5 RP. Как только скачаете, ребята, залетайте на Rainbow сервер к нам и уже тут в игре вводите промокод, который можно ввести при помощи клавиши M. Нажимаете английскую M, заходите в меню персонажа, здесь нажимаете шестеренку, приглашение и здесь реферальный код GHOST. Он позволит получить вам на самом старте крутые бонусы, которые помогут вам обогнать всех других игроков. А также не забудьте поставить лайк под этим роликом, подписывайтесь на наши каналы, ссылка на канал Маус находится в описании под этим роликом. И не забудьте залететь также в наш телеграм-канал, ссылка на который находится там же. Ну что ж, ребята, с вами был я, ЖК GHOST и Маус. Всем огромное спасибо за просмотр, желаю вам удачи, до скорых встреч в новом видео, пока! Пока!